все думают, что задроты на 10 из ММР играют именно так. А так на самом деле играют на 10 тысяч ММР. Друзья, всем привет и приятного аппетита. Вчера вернулся из отпуска, и это реально первая катка, которую я сыграл спустя недельный перерыв. Так сложилось, что в ней средний рейтинг оказался 10 015 ММР. Приятного просмотра. Что у нас в итоге? Ёшкин тедрен. Ё-моё. Добсон Матумба, Эпилептик, Иллюжен Квин, Станет Торонто Токио. Да, это жестко, в принципе. Да, это, в принципе, жестко. Где наш товарищ на маркетинге? Ага, вот он. Подо мной потерялся, ну давай, давай, товарищ. Блин, первая катка после отпуска, не судите строго, ребята. Сейчас будем вспоминать доту. Чё, куда двигается, кто где нажимается. А, в принципе, герой это максимально приятный для тэчица. Здесь самое главное, темп слишком сильно не потерять, а в остальном все должно быть играбельно абсолютно. Не верю еще то, чтобы Сентрю тратить, конечно, у меня Сент-Кинг. Не хочется под него такой ронять. Но все-таки важнее забанить, наверное. А здесь вард поставить. Опа, бабуля, это не просто так, тут правильно? Если снимет вард, значит у нее где-то свой вард здесь. Я приду, то же самое сделаю, в принципе. А так мы с ней довольно-таки разминулись. Но я не знаю, тут стан. Типа стан. Окей. Okay. Что-то мы их не вывозим, кстати. Я бы так сказал. Ладно, он живет на СК, нормально. Ну, что-то больно. Какие-то они плотные ребята, я бы сказал. Я бы сказал, какие-то не очень плотные ребята. Держи салву. Ну, смотри, я готов прыгать еще раз. 5 танго, сентря. Сюда-сюда. На бабуле надо будет фейкануть обязательно, что я подблочил спот. Хорошо. Парни схавали. Парни захавали. Выходим сюда. Здесь типа я блокирую корпусом, как бы, ребята, я тут. В центре нету. Чисто сам. На мужика. Оп-оп, туда-сюда. Все хорошо реализовали. Надо хилиться. Надо хилиться, потому что теперь тэпка бесплатно не дается за бласт себя же. Это фуфлище. Ну, какое есть, такое есть. Хоть и фуфлище, но родное, так сказать. Блин, ну я не знаю, очень тяжело контестить ренджей. Я типа могу впрыгнуть, но я просто оттуда не выпрыгну после этого. Просто я оттуда потом не выпрыгну, к сожалению. Моя задача, чтобы он не запулил на бабуле. Мне пофиг, что он мне типа не дает пулить, но я и не собираюсь. Как бы у меня все нормально с этим. Хотя даже запулилось что-то, слушай. Я пойду стакну. Линия под нами стоит, все в принципе довольно-таки под контролем. Фаерик есть. Пойду рун или широко отжимать. Да. Они выпали одного крипа, нет, двух, кстати. Центрихер. Ну если хочешь, давай куплю, ладно. Я хочу стак, а не pull right, try to pull right now, I'll zone him. Давай, чувак. Дело сделал. Но он на бабки сентрю потратил, как бы, и за это не снял мою сентрю здесь до сих пор. Сильно ему мешает, в принципе. По крайней мере, должен. Мы сейчас под минами можем сырать. Типа линия под нас пойдет. Так поздновато.
То подловили. Походу подловим еще разок. Успею ли я стакнуть? Вот в чем вопрос. Это очень-очень важно. Это, я бы сказал, прямо чуть-чуть критически. Ну, я успел. Я все успел. И скин, Сын Кинг в это время на фулл экспе стоит, у него все отлично. Так, надо, чтобы по звуку я не проседал. Ребята, без скиллов, пожалуйста. Весь мой товарищ, товарищ на линии живет и здравствует, пожалуйста. Не надо вот этих ваших раскастовочек. Ух ты ж, ё-моё, достал ведь. И ведь достал. Я тоже достал. Я тоже без резов, мужик. Давай просто отойдем с тобой. Отойдем как мужчины. Не будем тут ничего пытаться сделать интересного. Лучше постакаем. Правильно? Лишний раз постакать. Благое дело. Сюда. Товарищ с батлом. Руны мы забираем у лишрака. И мужик ботл в другой раз. Ждем моего третьего. Я никуда не тороплюсь. Я со своим третьим стаки заберу. Мне будет полегче. Центряк у меня есть, в принципе. Понять бы только, где именно у них вижен на Сент-Кинга. От этого оттолкнуться. Я выпалю. Я выпалю. Конечно же. Это я забираю. Там и на бабке раздевардил. Ну, молодец. Продолжаю в том же духе. Но у меня нет резов. Он толстоват на бабуле, на самом деле. Курьер, курьер. Тут было сложно догнать. Ой, он не ушел на СК. Но у него-то время было. Типа, если бы я чуть промедлил, я бы потом мог от них отлететь, банально. Там стан на бабке откатывается, там 30 сколько секунд он откатывается. От этого оттолкнуться уже. Но без взрыва мины она не умирала, если не ошибаюсь. 20 на секунду, ну да, хз, что ему он максит, конечно. Поет. Это наша. Это сюда. Там стаки не скоро. Могу с Андрю воткнуть, давай подзукнем, посмотрим, что где. А где она, собственно? А, вот центрячок. ГПС. А как они его нашли-то, я не пойму. Еще нас отряд даст ты? Еще вообще куда, я не пойму. Благодарю. Ну, больно сейчас не будет, возможно, умру даже. Не хочется. Как мы его. Как мы его потеряли? Я же сломал там, смотрю. Ну когда он успел еще одну поставить? Что-то у нас пока на всех лайнах все плохо. Боти жарят. В топе нас жарят. Так, транквилы едут. Он на СК без портала умер, если не ошибаюсь. Да. Я не знаю, он очень агрессивно играет, на самом деле. Они супер плотные со спектрой. То есть это такое. На супер тоненького и нам-то нормально, если мы просто качаемся. Сектор секс, кара. Но вот если умирать начинаем, вот это уже беда. Этот баунти надо взять. Он МК гангать хочет? Нет. Кларет купьем. Это покупаем. Это забираем. Здесь столько стаков. Много, кстати. Стаков много. Будем фармить. Будем фармить, выбивать нейтралочки для команды. Ага. Что-то у нас вообще беда, ребята. Я хз. Что-то у нас вообще беда. Я хз, ребята. Мы все линии сливаем. Причем все линии сливаем без гангов. Это знаете, роумеров у противника нету. Мы просто сами по себе. Сами по себе топ, сами по себе мид, сами по себе бот. Убил. Ну, хотя бы так, слушайте. БМчик у спектра не топово играть будет. Пусть играет. А я сейчас минку третьего уровня как жахну здесь.
Сфектра не умерла, кстати. Ноптик. Берите, ребята. Что здесь происходит? Блин, ну... Что-то он, по-моему, Сиру забрал сейчас. Не знаю, он просто уже ходит, умирает. Просто... Ну, как бы, да, его там вдвоем приняли, конечно, но... Он за умершую вышку уже пошел быковать, это странно. Мне надо сейчас где-то в боте играть, наверное. Пойду играть в боте. Все для этого, в принципе, есть. Надо здесь какой-то вижн расставить. Здесь, наверное, кстати, уже их вижн есть, но это такое. Засалил же! Ёперный ты бабай. Чё-то пока беда у нас. Ну я не знаю, почему она бабку прыгнула, на самом деле. Кто здесь? А, понял. Гудвинка. Да ты чё? Так у него здесь вард. Зиромана, Зиромана. Или что это такое? Нет, варда нету. Ладно, живем. Нет, не живем. Ну там лешего убили с бабкой, ладно, хорошо. Он хотя бы не помог этим откидаться. На концепе. Спектра, тут Марс очень большой. Я тэпну сейчас в бот. Буду дефать этот тавер. И не успел дойти. Прямую не успел дойти. Офигеть, он уже шестой, кстати, успел апнуть. Блин, у нас по уровню это нормально, кстати. Они еще Марса забирают. И я сейчас задефаю тогда эту сторону. Я думаю, у меня получится. У меня большой левел. Мы все большого уровня. У нас, знаете, много ресов, как-то все по-жадному так сыграли и вышли в хорошие показатели. Если мы сейчас реализуем, то мы камбэкнем то, что мы отдали, на самом деле. Надо, чтобы он сюда заводил их, если что. Не знаю насчет линзы, предварительно кусочком да, а там посмотрим. Там посмотрим, и вокруг этого будем играть уже. Дойдешь до меня, нет? Дойдет. А это их мидер. Hello. Офигеть, он застанил всех просто. Ладно, живем. Нормально, нормально. Мы на самом деле хорошо идем. Еще. Есть чем подцепить? Наверное, нечем, да, особо на самом деле. И идем. Не, не идем. Не, я могу, конечно, прыгнуть, но я просто не выйду потом. Мне это не сложно. Но я ничего не сделаю и не выйду. Поэтому пока на этом остановимся. Вижен проверяем. Ничего нету. Но все. Уже неплохо для нас. На пятый. Не знаю, конечно. Давайте сюда как-нибудь аккуратненько, ребята, скучкуемся с вами. Вот. Красавчики-зайчики. Слушайте, книгу оставили. Я только за. Непонятно сейчас, где они будут играть. Не знаю, что эти ребята делают, конечно. Это что-то ненормальное, мне кажется. Наверное, зря влетел. Все равно они умирают, походу. Но это, ну это типа, это перебор. Это перебор. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. А тоже хорошо, кстати. Но я не знаю, почему он на искании бежит на мины. Не имею понятия ни малейшего. Ладно. Так, это мы сюда... Забираем. Ну, типа, типа это как бы OG play. Ты даже забайтили еще этого. Так, смотрю, он поставил то все масе. Я лечу сюда сразу же. Здесь-то у меня дофига, правильно? Изи. Размотали молодого Торонто Токио. Ты чё, товарищ? Ну ты чё? Ну кто, с... ну кто так возвращается? На линию к минерчику. Да молодой. Не-не-не. Мы такое не реализовываем. Точнее, наоборот, не отпускаем, не даем реализовать вам. Поехали, продолжаем играть. Продолжаем играть в этой позиции. Все, парень пошел в худ. Билд обозначен. Но здесь, конечно, опасно уже. Я их не размотаю двоих. К
Как он успел спри набрать? Я вот этого не пойму. Ну а, ну все. Как набрал, так в принципе и потерял его, правильно? Вымит, ли вымит. Какая же это соляра? Какая же это соляра? Погнали сюда. Оп! Оп! Сюда, ребята, вы чё кнопки свои жмете? Я тоже могу. Вы чё думали, у меня кнопка пассивная? Нет, все нажимается. Все только так, все только у вас. Выжариваем туда-сюда, обратно. Клоумота, так сказать. Так, я все-таки хочу там вижен их снять, наверное. Наверное, все-таки хочу их вижен там снять. А, этим слитинг занялся. Какой молодец. Уважаемый товарищ, однако. Уважаемый товарищ. Блин, вот мне так надо купить эту штуку. Кровь из носу как надо. Не убьют ли меня там? А давайте проверим. Давайте проверим. Да, стрик. Да, 4 убийства. Ну, что поделать. Кто не рискует, тот, наверное, не я. Забайтил. Забайтил молодого на Марсе. Вы его размотаете? Ну, да, так все, конечно. Я верил в лучшее. Ё-моё. Это нас забайтили. Тут по-другому получилось. Это нас забайтили. Ё-моё, сука же их тут было. И на самом деле я-то на себе их не видел, получается. Но они как-то, знаете, так постепенно вскрывались. Хз, тут релокейт был, ребят. Но мы, мне кажется, не вывозили там. Нет, туда, наверное, не стоило ввязываться. Вот. Ё-моё, всей толпой. Во всю Ивановскую чизят. Ну что ты будешь делать? Чем-то им наш товарищ эпилептик не нравится. Ой, сколько стаки-то денег приносят! Какая красота! Это еще и камбэк для наших товарищей. Ну, прекрасно, прекрасно. В том же духе, ребята, давайте работаем, работаем. Пока все по плану. Держим пульс на руке, руку на пульсе, туда-сюда двигаемся. Ой, ну тут, я не знаю, тут пипец зафига. Я без тэпки, я не могу. Рело пошло, но, по-моему, поздновато, если честно. Ну, хотя хз. Не, нормально, оттянули. И руби деревья всегда. Так. You don't wanna play with Monkey King on Wisp? So he don't get burst. Ну-ка красиво, давайте сделаем. Вот так и вот так, правильно? Да, продолжаем набрасывать. Огонь. Шардец. Я готов. Давайте отпушим мид. Отпушим мид, бежим наверх. Правильно? Что-то могу успеть раскидать до этого момента. Че у него? Ветра. Туда-сюда. Это на будущее. Ну и здесь пятеро. Блин, чуваки, я не уверен, честно скажу. Успех предприятия вызывает у меня большие вопросы, я бы сказал. Хотя, вроде они его, кстати, забирают. Вижу, вижу, вижу. Пока прыгать ни на кого не надо. Немного не тот герой, конечно, которого мы хотели бы реально цепануть. Станаем. Ну, отпустили, я бы сказал. Будем считать, что отпустили. Вижена здесь нет. Давайте лишака поймаем. Смотрите, парень играет только с каплями голыми. Не играет каким-то худом и так далее. То есть я могу его по нему отрабатывать. Единственное, чем надо, это как бы мое волевое желание, правильно? Оно у меня есть, имеется в полном наличии, в полном составе. Ай-яй-яй. Два на килл дэм, гайс. Ребята, ну прям вот вардит. В прямом эфире, без регистрации и SMS. Че, мне выйти, что ли?
Ну давайте выйдем тогда. Давайте выйдем из драки, не будем умирать лишний раз. Было близко, если бы он не сломал на спектре минку красную, я бы его даже забрал. Но, увы. Так, это, кстати, хорошая штука, но, наверное, пусть кто-то из них носит. То там. Active Team Fight, так сказать. Ребята, есть у нас такие в команде. Кто Active Team Fight'ом занимается. Пусть наслаждаются процессом. Надо здесь проминировать, я считаю, правильно? Ух ты какой! Иллюзионист молодой. Ладненько. Мы тебя запомнили, записали. Мистер Байбек. Так он у нас в этой катке будет называться. Маршиха Бринг. Это иллюзии, все иллюзии, ребята. It's just illusions. Шаль. Блин, шмотки вроде приятные дропаются, кстати. Если он шаль себе брать собирается. Хотя, не знаю, ему статы реально хорошо. Но мне шаль вообще не алё. Мне б шардец, но за шардеца еще далековато, к сожалению. У нас вижен реально глубокий здесь. Не знаю, идет ли он его снимать. Но там нет ульты спектры, правильно? Ну-ка, красивенько по всем. Опа, еще. Опа, еще. Хорошо. Трапа. Минка. Так. Не хватает урона. Окей. Ребята, что тут у вас? Ой, все плохо. Ладно, он вышел, кстати. Нет, не вышел. А как так плохо-то получилось, парни? Есть этому объяснение какое-то? Как нам урона-то не хватило? Я здесь ничего не могу сделать. У меня все КД, к сожалению. Нам не надо драться. Типа, давайте шмотки. Давайте шмотки. Go farm, please. And play from mines. I can mine quite deep. But not like this. Ты забираем. Вардик спалили, получается. Если на стринке никто не берет, я беру. Гена маны дофига. Fire туда-сюда. Ну, это чисто у нас такой манки стайл, но немного не то. Не тот пик у противника, чтобы мы его реализовывали. Ой-ой-ой. Тут уже хаун. Стерли товарищи. Инста ветра. Ну, там все равно, наверное, не получилось бы его убить. Без красной минки в подспорье. Они сейчас на рошика пойдут, что ли? Но нам разве так МК нужен для Рошана? Ну, наверное, нужен. Ну-ка, пойдем. У нас вот здесь мины есть. Ах, не забрали. А как хотелось? А как хотелось забрать ЕС? Ну мы, типа, реально... У нас два супер лейткора, плюс Тейчас. У них только спектра из такого чего-то жесткого, да? И мы лезем прямо у них, лезем. Это, конечно, неправильно. Но с другой стороны, да... Если они сами не могут догадаться, я, наверное, тоже тут колить не смогу. Типа, ребята, Матумба там, туда-сюда. Эпилептик. Не тот состав, я бы сказал. Смог. А может быть и смог бы. Черт его знает. Не опробуешь, не узнаешь, но я что-то не попробовал. Так. Они сейчас будут Т2 в боте давить сильно. Сильно будут давить Т2 в боте. Можно здесь пробовать и бить Лишрака, я думаю. Лишрак, Марс, такие ребята, это... Это как бы мои клиенты на самом деле. Темп чуть подсбавлен, это факт. И я сейчас буду выходить, наверное, в шард ради тимфайта. Все равно мы это уже отдали. Эпилептик, в принципе, нормально командует. Команды выражают свое согласие. Ждем дизоли, деремся рядом с минами. Все для этого у нас есть. Так. Маги Кинг
думает, скипать ли или не скипать. Вот в чем вопрос. Да сколько там в тебе килограммов-то, ёперный ты. Я ее засалил причем. Как ты живешь? Здесь не было причем варда, откуда они меня увидели? Еще этого поймали, походу, да? Или он... Не... Там еще бабка. Блин, вот если бы не бабка, ну ё-моё... А, он убил! Мощен. Однако мощен. Как бабки не хватило, вы понимаете? Мины второго уровня. Это что он там сделал? Это аура пайпа, наверное? А, чувак-то пайп прожал. Офигеть. Не, парни, конечно, заряжены только так. Дезолятор появляется медленно. Ну, кстати, слушайте, у нас фантомка нереально хорошо заходит. Пассивка, режет. Ну, имбаланс. Это же просто имбаланс. Ну-ка, пойдем в вижен, чекнем немножко. Ну, ему жалко, он на мотнубе, конечно, вард не ставит. И я на минере не хочу это делать, и он на виспе не хочет это делать. Мы с ним в этом плане плохо сочетаемся, конечно. А я ГС сколько у них? Можем драться, если еще у меня дизоль. I have dezo, guys, we can fight. Раунд пенс. If we focus Leshak, we can win any fight. It's their main damage. 10 Leshak. Seconds TP me. Burst Leshak, win game. Но он дальше должен идти на Leshak. Come Leshak, guys. Come. He can die. Тапайся. Good fight. Достанешь, нет? Ему дагер сбил. Клэш, клэш. Давай, ну подстань просто, чувак. Наконец-то. Хорошо. Урончик с бласта. Подвинуться, отойти. Посмотри, залить немножко. Покупаю шарт. О, а Егис хорошо пойдет. Трапа, сработай, давай. Оп, хорошо, подержит еще. Она здесь не одна, их тут двое, правильно, но у него ульты нет на МК. Я хз. Но он, по идее, выходит на макикинге, кстати, тогда нормально. Вот здесь мина, ребята. Вот сюда можешь. Ах, ну палка там, тудык-сюдык, не? Ой-ой-ой-ой, было близко. Ладно, видим, шарт появился, теперь я могу сам инициировать. Не надо больше ждать, чтобы там Сенкинг раздуплился. Не знаю, файт... Спорный, наверное, для нас. Не то немного. Мы не успели на Лешего выйти, они на нас в тыл зашли. Надо покачаться еще. Гоним шарт, нужен. Ну и плюс Аегис был. Типа, если бы не Аегис, файт был бы очень хорош. А так, к сожалению, получилось среднее. Среднего качества объективно. Марса гем. Зафиксировали. Записали. Минус больше ставить не буду. Пойду-ка я отсюда. Надо где-то играть тогда, получается, от чего? Здесь пар ставит. Надо здесь минус ставить. Хорошее место, я считаю. Парни очень сильно убирают. Надо гем взять. Надо взять гема. У меня шарт есть. Если я увижу, я могу начать. Guys, we can focus spec. I have this. I can start. Guys. Там белка в топе вообще. Ну, бабку схавали. Не знаю, там ты один просто у них живой, ё-моё, им так легко здесь драться на самом деле. Им здесь так легко подраться. Вот здесь вард же был. Здесь вард надо снимать. Мы хорошо бегаем. Блин, кулдаун. Спек, good target. No, здесь sauce. No, it's good. Как же начать драку, да, вовремя? Бёрд скор. Бард поставь.
Никого не видно. Pact, Bird's Pact, good target. Or Red Lash. Покажите мне героя. Капец, они нас доджат на самом деле, а чё это такое ещё? Что за уважение внезапно нахлынувшее, я не понял. Этот момент я немного не понял. Блин, теперь стрёмно. Стрёмно тут сидеть. Ладно, пока сидим. Иллюжен. КД бласта. Ребята, не надо драться только. Спек, реал мид, спек. Подожди, я не готов. Я смотрю. Я максимально не готов, ребята, я вообще вышел. На силу покупаем богатырскую. Не видно было. Надо подминывать, я считаю. Ну, блин. Что-то у нас это самое. Уже не туда пошло немного. Давай-ка покачайся реально. Я мид пораскидаю немного. Me top, come to me top, please. Так, следующий Рошан, очень важный объектив. Так, минки, рунки отсутствуют. БКБ выживает, нет? Но его прочитали на этом мове, конечно. Ё-моё. Как же его прочитали? Ну мы за ним никак не успевали, он позвал за собой, но мы так не можем быстро. Я не знаю, нас перетемповали, причем на самом деле из-за такой ошибки, ну типа вот... Ну, мы не имели права сюда так идти так глубоко, конечно. Так глубоко идти мы не имели права. Как ты везде успеваешь на белке? Ты шо еще, я не пойму. Ой, и мало было, мне кажется, в нее прописать. Че-то у нас... Каждый сам по себе. Виктора 3500. А что это вообще? Это Кираса будет, наверное, да, получается? Ну да, от фантомки. Кираса. Старт был хороший, очень темповый был старт. Но после этого мы столкнулись с рядом проблем, я бы сказал. Я бы так это обозначил. Положение на карте. Ряд проблем. Если нежно. МК умирает без ПКБ. Нет, живет даже пока. Но пока нету. Диск Виктори, в принципе, да, живет. Была бы, не вышел бы. So can we fight and start first, then we can win fight. Они нас просто по мувам оперируют. Мы чисто не можем файт первый начать. Парадоксально. Мы пытаемся, но не можем. Хотя у нас Сын Кинг есть. И я с шардом на продлении. И палка МК. Ну то есть у нас нормальный контроль на самом деле. Smoke, guys, got smoke, we need to pick off, rush. Pick off first. Мы не знаю, убиваем ее, нет? Под такой толпой народа. Wait. Real спек. Стан бесконечный. Хорошо. Рошан. 4 seconds. Парни, Рошан, вы... Ёптаный баба. Пошёл геймплейчик. О, убили его. Гем. Ребята, вы чё, гем. Да ядрён батон, сейчас же меня отпинают здесь. Продали просто незипоню к табаку, я бы сказал. Вот это хороший файт. Ну то есть реально здесь на самом деле роляет даже в большей степени, то первый начнет драку. Наверное так. Если мы начинаем, вот он здесь на решен просто не вышел из контроля. У нас вроде бы не так много, да, казалось бы, но нам хватило. Нам хватило. Я за то, чтобы keep going на самом деле. Don't farm. Почти с агонимом. We can kill spec. Я не фарм, я только мины ставлю. Мудшард. Он мудшард собрал, не Кирасу. Интересное решение. Чем же оно было обусловлено? Потом надо Кай купить будет, я думаю. Маны вообще по нулям. У нас сейчас будут нон-стоп драки, я не имею права много минки ставить. Надо здесь вижн проверить обязательно. Тишина. Хорошо.
Леший в топе. Блин, качели нереальные на самом деле. Здесь просто все решает какой-то один резкий момент, так сказать. Ну, винишь БКБ сауэр. Можешь взять инвиз на СК и сетапить людей, а не фармить БКБ? Еще голды. Это сюда. Я не знаю насчет Ема, кстати. А он мне вообще нужен? Ну-ка, курица, иди сюда. Это я так тут еще голды у них отжал, возвращать не буду. Говори сплит, гайз. Гайз, гайз, спек, спек. Should target too, let's just target. Спек. Ну такое, он БКБ не нажал, back, его back, подняли back, back. Ветра. Надо выйти попробовать, ну как? Back. На виспе. Ты видел саб этого чела? У них вижен саб. А, из-за этого? Нет, не знаю, кстати, почему БКБ не нажал, все равно не знаю. Ну ладно, я гейм не отдал. Я все, что хотел купить, купил. Можем убить спектру, если мы не готовы в пятером ее убивать, ты же это понимаешь? Пять мало. Но они без гема. А спектра не фул. Вот здесь мины, вот здесь мины. How much mine, sir? Пять. Сколько тут мин? Хватает на размоточку противника, хватило полностью, я бы сказал. Изёво получилось, ничего не скажешь. Поехали дальше. Это качели, это шок просто. Туда-сюда. 5 мин хватило. Ну это аганимчик, а что вы хотели? Это уже не хухры-мухры. Ой-ой-ой. А, он из-за этой террасы не собрал, наверное, сам террасный спитрик, кстати. Да. Ну. В каменном камне. Хотя, ну да. Гетракс. На него БКБ точно жать не стоило. Тут же... Крипы в миде. Как бы эпилептик шарит. Явно получше моего. Так. Меня по шмоткам все устраивает абсолютно. If I have no status ready, so I need to, you to heal me if they go on me. With burst after ages. Мы хотим на ХГ. Дэш хил. Ой-ой-ой, мужики. Мы хотим на ХГ. У меня таблоид есть на самом деле. Я готов пиндюриться. Погнали. Я поставил минки, ребята. Надо работать. А виспа-то нету. Он говорит, висп, тебе надо меня хилить. А виспа-то нету, как бы это самое. Захил происходит такси. Ну у нас ладно, там Аегис есть. Можем его продать, разик. Леш, ты все леш, гайс. Вон на килл. Да мины, ну. Все, сторону забрали, теперь можем уже рисковать, погнали. Но я не успевал туда бежать никак. Марс 20. Надо выйти. It's fine. А я могу здесь забрать потом кого-то? У меня здесь много. Иди в таймер, а не он. Ветра 3600. Блин, там парни драться походу хотят. На лешего, кстати, хватает. Не ури. Guys, we can kill this. Лешего нету, ребята. Go on spec, guys. Все, станчик, туда-сюданчик, погнали. Хилимся, живем, не умираем. Так, захил, выжил чисто за счет колечка. Хорошо. Процесс идет, процесс отлажен. Ну-ка, народец. Оп. Минка сюда. Прыгать не будем, умирать не хотим. Чисто рядом постоим, как бы, поучаствуем, сделаем вид, что мы активные. Активные товарищи. Не на пассиве тут собрались. Ну все. А процесс-то выигрывается. Нормально. Работаем. Что там говорите, топ-2 взорвался? Да. Да, бывает. Бывает, топ-2 взрываются. Ну что ты? Что ты с них возьмешь? Правильно. Тоже как бы обычные товарищи имеют на это полное право, я считаю. Все, парни, красавцы. Благодатная победа. Первая каточка после отпуска, я считаю, разминочная прошла успешно. Разминочная удалась. Лучший игрок на 9800. Тут, мне кажется, даже больше 10, кстати, эверага было. Я думаю, тут больше 10 тысяч эверага было. Ну, спасибо. Так и быть, запишем в активчик, получается, правильно? Запишем в активчик. Байбекающегося товарища. Из Team Spirit. Все как бы это самое. Ну да, реально неплохая катка получилась.
Красавцы, ребята. Все молодцы, все старались, правильно? Все малорики, все старались. Что по графикам интересно было? Ну-ка. Слушайте, ну у них 10 тысяч перефарма. Это немало. Это реально немало, это так-то, ну, not bad. Но вот тут вот мы отпустили, тут даже видно, что у нас типа что-то наклевывалось, но мы сами отпустили эти глубокие дайвы, они ни к чему хорошему привести не могли, конечно. Такая вот история.